Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале Max Capital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. Всех, естественно, на слуху в последнее время обострение ситуации на Ближнем Востоке. Хамас наносит удар по Израилю, Израиль, соответственно, отвечает. Потихоньку начинается в конфликт ввязываться различные арабские государства. Саудовская Аравия пока стоит немножко в стороне. Соединенные Штаты Америки начинают поддерживать Израиль. Президент Соединенных Штатов Америки заявляет о том, что Хамас должно быть уничтожено. Сегодняшнее видео я хотел бы посвятить тому, как я смотрю на эту ситуацию с позиции больше инвестирования, что я для себя включаю в инвестиционный портфель, и почему? То есть я не являюсь ни политологом, ни экспертом в конфликтах, связанных с противостоянием на этой горячей земле, которая всегда была горячей, то есть там всю жизнь, наверное, ведутся какие-то конфликты, потому что территория населена и различными группами и религиозными направлениями ислама, и Израиль там присутствует, и конфликты там постоянно всегда происходили. Да? И поэтому, опять-таки, я не политолог, не хочу вдаваться в конфликт. Давайте посмотрим на ситуацию с позиции того, а как заработать или на чем можно заработать, если долгосрочно посмотреть, к чему могут привести последствия. И это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Я рассказываю свое собственное мнение, что я в этом случае делаю, что для меня является приоритетным в выборе объектов для инвестиций, которые как-то соотносятся непосредственно с этим конфликтом. То есть мы опять говорим про последствия первого, второго, третьего порядка, о которых я люблю говорить. То есть последствия первого порядка, они как бы всем очевидны, все их видят. То есть последствиями первого порядка является геополитическая напряженность, риск расширения конфликта. Соответственно, все бегут из рисковых активов, продают акции компаний развивающихся стран, продают облигации развивающихся стран, все начинают покупать доллары, все покупают государственные облигации Соединенных Штатов Америки. То есть это последствия первого порядка, которые всем понятны. Да? Что нужно сделать? Растет геополитическая напряженность, покупая доллары, покупая надежные облигации, покупая золото. И в принципе мы видим, да, что толпа в первую очередь бежит туда. И там, что называется, узкое горлышко. И, скажем так, это достаточно быстро реагирует. И вы даже, если сейчас будете для себя это рассматривать, движение уже состоялось. С какой позиции лично я смотрю на эту ситуацию? То есть будет два видео, поэтому я рекомендую вам подписаться на канал. Сегодня мы поговорим о ситуации, связанной с тем, что покупать в России, когда растет напряженность на Ближнем Востоке и почему. То есть поговорим о последствиях второго порядка в сегодняшнем видео, да, то есть поговорим о сфере энергоресурсов, как это может повлиять, то есть каким последствиям это может привести и что непосредственно можно покупать в России в этом ключе. А последствия третьего порядка, такие более длинные, более широкие, давайте об этом поговорим в следующем видео. Итак, у нас поджигается регион, который на самом деле является одним из крупнейших добытчиков энергии, энергоресурсов, то есть это нефть и газа. То есть получается, что был прецедент в 70-х годах, опять-таки, когда уже были конфликты, когда Израиль воевал с арабскими странами. И, в принципе, по итогам этой войны он получил достаточно большие территории свои, которые были закреплены уже за Израилем. Но Саудовская Аравия объявила бойкот, как руководитель ОПЕК, Соединенных Штатов Америки, сказали, мы вам не будем поставлять нефть. Нефть в этом случае выросла очень серьезно, чуть ли не в 10 раз повысилась стоимость нефти. И вот в этом видео, да, в прошлом мы говорили про инфляцию издержек, когда у нас причиной инфляции, причиной роста цен на товары и услуги была не монетарная инфляция, связанная с классическим кредитным циклом, когда растет экономика и располагаемый доход населения, а когда у вас начинают увеличиваться издержки. И сейчас получается, что высок риск того, что если конфликт опять-таки не закончится, а пока не видно, что кто-то хочет примириться, то есть Израиль настроен очень радикально, да, вплоть до того, что все руководство, вся организация Хамас должна быть уничтожена, то есть это наземная операция, это 2 миллиона жителей, которые живут на территории. То есть если это будет достаточно жестко производиться, то арабские страны могут, соответственно, таким образом сказать. То есть Катар уже отказался от заключения долгосрочных контрактов на поставку сжиженного природного газа в Европу, вполне может отказаться от поставок газа в Европу Катар, потому что это мусульманская страна, ну, в качестве такого поддержки, да, Палестины. Прекратилась работа по газодобыче, сжижению газу и отправке непосредственно находящейся на территории Израиля. То есть все это убирает определенный объем предложения в Европе. То есть и мы это видим, что цены на газ реагируют очень стремительно, очень быстро. Зеленая повестка, которая стояла
в Европе во главе угла последние там, 3-5 лет. В принципе, никто не смотрит на ветряки, никто не смотрит на альтернативные источники энергии, наоборот, расконсервируют угольные теплостанции, да, собираются непосредственно топливить углем опять, где вы будете этот уголь брать. И поэтому получается, что последствиями второго порядка геополитической напряженности как раз-таки может быть бойкот со стороны арабских стран по поставкам энергоресурсов. То есть здесь вот на карте, соответственно, сейчас специально записал, да, я думаю, сделаю ставку. То есть можно увидеть, что какие ведутся газопроводы. То есть газопроводы у нас обозначены красным цветом, да. Соответственно, вот один из крупнейших газопроводов, который идет из Катара через Аравийский полуостров, через Турцию, непосредственно в Европу. То есть, опять-таки, какая территория захватывается? Опять-таки, захватывается территория Ирака, Ирана, Палестины в меньшей степени. То есть это находится очень близко, да, то есть давление оказывается на Иран. На этой же территории находится крупнейший нефтепровод, вот он черненький, да, который опять-таки здесь заканчивается, экспортируется непосредственно в Европу. В Европе большое количество по рекуперации сжиженного природного газа, который принимается именно с этих территорий. Они отказались, соответственно, по большей степени от российского газа. Северный поток, соответственно, не функционирует в полном объеме. То есть работает непосредственно Турция. О чем это говорит? О том, что будет спрос. Мы наблюдали, например, ситуацию, когда Россия начала спецоперацию на Украине, когда Европа отказалась от поставок российского нефти и газа или установила предельные допустимые цены. И в этом случае как быстро начали договариваться с Ираном, да, то есть санкции смягчили, говорят, а давайте мы в Иране будем это непосредственно закупать. То есть были какие-то послабления, потому что нужны альтернативы, потому что себестоимость инфляции издержек, она губительна, то есть ее сдержать практически невозможно, да, потому что инфляция издержек, когда у вас цены на товар начинают расти из-за того, что у вас увеличилась себестоимость, вам нужно повышать тогда и заработную плату работникам, да, вам нужно повышать абсолютно все. За счет чего вы это будете повышать? Ну, то есть предприятие за счет чего будет повышать? И высокая кредитная нагрузка. И стоимость денег еще при этом растет. И таким образом получается, что компании, которые создают прибавочную стоимость, которые дают рабочие места, у них нет маржи. И тогда капиталист говорит, а зачем мне всем этим заниматься? Или он будет искать альтернативу, переносить производство, как это мы видели в 2022-2023 годах. Да, европейские производители, они переносят производство в Америку, например, чтобы обезопаситься, потому что там себестоимость ниже. Но опять-таки это ударит по классическим потребителям. Это приведет к росту цен на энергоресурсы. И что тогда покупать нам, людям, которые инвестируют здесь в России? Я думаю, что, во-первых, здесь нужно очень внимательно посмотреть, допустим, мне очень нравится по-прежнему акции компании «Новатэк». Опять же, слышу очень много от людей, что «Новатэк» стоит дорого, посмотрите, он находится на максимальных значениях, но при этом нужно понимать, что «Новатэк» в новую очереди вводится СПГ. Большая была реализована инвестиционная программа, которая в ближайшие 1-2 года закрывается. Они будут выходить на запланированные мощности по поставкам, и, соответственно, они достаточно большие объемы газа поставляют в форме СПГ. Они могут его привезти куда угодно. И опять же, они могут не привозить его напрямую в Европу, потому что Европа может находиться в позе относительно ситуации с Украиной, опять-таки, в отношении России. И прямых поставок может быть и не быть. Но могут быть тогда какие-то контрпоставки, да, то есть как у нас параллельный импорт идет через другие страны. Что в этом случае тогда происходит? Себестоимость все равно в России добыча невысокая. У нас, посмотрите, какой курс доллара и посмотрите, что происходит с зарплатами. Зарплаты особо-то и не растут. Поэтому себестоимость доллара очень серьезно снижается. И в этом случае можно позволить себе увеличить затраты логистические, но условно отправлять корабли куда-нибудь в дружественные страны, в Турцию ту же самую, а потом из Турции вывозить и говорить, что условно это газ не российский, а наш турецкий, да, у нас собственное месторождение появилось. Я к примеру говорю. Просто увеличивается логистическое плечо. Если увеличивается логистическое плечо, мы опять начинаем смотреть, а кто занимается этим логистическим плечом, кто занимается доставкой. В России крупнейшим оператором является Совкомфлот. И если посмотреть, Совкомфлот достаточно дешевая компания, которая тоже будет являться бенефициаром, потому что в отличие, допустим, от тех же самых нефтепроводов, газопроводов, которые стационарно стоят на определенном месте и в этом месте может там полыхать, направить поставки можно абсолютно в любые части. Можно по Севморпути, можно через Европу обходя. И, соответственно, это логистические расходы, номинированные в валюте, себестоимость номинирована в рублях,
То есть, по сути, компания, которая позволяет на этом заработать. То есть сейчас, несмотря на то, что во втором полугодии стоимость фракта снижается, вот эта ситуация может привести к тому, что как раз-таки стоимость фракта вот таких вот газоналивных танкеров, да, она может увеличиться, потому что могут отказаться от поставок, опять-таки, с региона, с того же самого Катара, например. Да. И здесь получается, что Совкомфлот может показывать на самом деле достаточно выдающиеся результаты, и поэтому нужно в этом направлении смотреть. Тоже оставаться в стороне, когда цены на газ в Европе бы уже выросли и могут в отопительный сезон вырасти еще больше, никуда они не денутся, будут как-то договариваться с Россией. Да? И здесь опять-таки можно посмотреть «Газпром», который сейчас торгуется на минимальных значениях. То есть я не говорю о том, что нужно прямо на все котлеты покупать. Я говорю о том, что если мы говорим о последствиях там, второго сейчас порядка, то в принципе «Газпром» имеет смысл включить в инвестиционный портфель. Почему? Потому что опять-таки он от этого будут выигрывать, да, потому что здесь просто вопрос принципиального решения, что мы увеличиваем объемы закупки газа у «Газпрома», и здесь просто стоит вопрос цены. Какое решение будет принято там, в Европе, да, то есть сейчас решение принимается, условно, поддерживать Украину, мы воюем против России, в том числе экономически. Вопрос, как долго вы сможете воевать экономически против России. Недавно было выступление Герхарда Шрёдера, да, который там сказал, что я нисколько не стыжусь за то, что я с президентом России дружил, и что неправильно было сделано то, что было сделано. Да? То есть экономика Германии очень серьезно выигрывала от дешевых энергоресурсов, которые она получала из России. И вопрос тогда стоит какой? Первое. Остается все так, как есть. Да? То есть коалиция западных стран, она сохраняется. Соединенные Штаты Америки продолжают диктовать свои условия Европе, и Европа ничего не предпринимает. Да? Она отказывается закупать российский дешевый газ, при этом обрубают поставки со стороны Азии, и тогда остается один единственный возможный вариант – это покупать очень дорогой газ в Америке. В 3, в 4, в 5 раз дороже. Вопрос, как долго вы это будете выдерживать, да? Потому что у вас есть все равно население, есть располагаемые доходы населения, и если вы будете закупать дорогой газ в Америке, у вас будет гигантская инфляция издержек, у вас будет гигантская инфляция в стране, и, соответственно, начнутся, что называется, социальные бунты, да, то есть потому что у людей будет недостаточно зарплаты для того, чтобы жить тем уровнем, которым вы живете. И здесь вы получаете социальные брожения. Бунты, восстания, какие-то революции, победу радикальных каких-то сторон, да, которые будут говорить, да пошла нафиг, это Америка, да, мы будем жить сами по себе, мы выходим из еврозоны и определяем самостоятельную политику. И это может просто, вот, как вот это вот лоскутное одеяло, которое называется Евросоюз, оно просто может по швам растягиваться по границам, да. И кто-то будет дружить с Россией, кто-то будет не дружить. И тогда, как инвесторов, у нас очень простое решение. Может ли такое произойти? Ну, то есть, какие есть варианты? Вариант номер один. Остается все точно так же. Тогда высокая инфляция, и тогда в Европу смысла инвестировать нет. Тогда цены на энергоресурсы вырастут в мире и в Америке. Если вы глобально инвестируете, конечно же, вы можете покупать в этом случае нефтегазовых мейджоров крупных. В России покупаете нефтегазовые компании. Опять-таки, из газовых компаний «Новатек» в приоритете можно добавлять «Газпром», а можно добавлять туда, соответственно, те компании, которые занимаются транспортировкой энергоресурсов. И здесь, соответственно, «Совкомфлот» как оператор морских перевозок, «Транснефть» как оператор трубопроводного газа, да, то есть поставки под трубопроводом, потому что цены будут расти, цена на нефть может вырасти. Если говорить о производителях нефти, имена всем давно известны. «Роснефть» менее безопасно, потому что диверсифицированные поставки преимущественно в Азию. «Лукойл» тот же самый, «Газпромнефть», да, ну, то есть «Сургутнефтегаз», не буду уже про него повторяться, много на канале про эту акцию было сказано. Поэтому они могут чувствовать себя достаточно хорошо. В случае таких больших, серьезных проблем, да, и падения тогда общей мировой экономики, нужно понимать, что мировая экономика свалится в рецессию при высоких ценах на энергоресурсах. Но если говорить о текущем моменте, то в рамках текущего момента я бы делал ставку на это. В своем инвестиционном портфеле я делаю ставку на это, потому что делать ставку, там, я не знаю, на доллар, на золото, на инструменты с фиксированным доходом, эта история нам нужно было там, делать 2-3 месяца назад, о чем, в принципе, я говорил. Если вы подписаны на канал, то, конечно же, вы могли это понимать. И, возможно, делать вместе со мной. Что ж, друзья, сегодня мне на этом все. Поговорили в таком контексте именно последствий второго порядка, да, то есть кто может являться бенефициаром и почему. Опять же, это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. На самом деле я рекомендую вам посмотреть, у нас относительно недавно прошел съезд
открытый съезд инвесторов, на котором мы разбирали текущую ситуацию, каким образом ведут себя активы в период кризиса, в какие активы вкладываться сейчас, что классическая история 60 на 40 при распределении активов не действует, а действует другая история 20-40, 20-20, да, то есть что это за распределение активов и почему это должно осуществляться. Поговорили о том, в какой стадии находится мировая экономика, куда инвестируют умные деньги и почему. Привели конкретные примеры, которые позволяют в дальнейшем очень успешно формировать свой собственный инвестиционный портфель. По ссылке внизу под данным видео вы можете получить запись данной конференции. Смотрите, я думаю, что это действительно будет вам полезно. Мы даем, соответственно, исчерпывающий перечень наших мнений относительно того, как дальше в следующие 12 месяцев будет развиваться экономика, когда ждать кризиса, какие активы использовать. Даем поименный перечень активов, которые можно включать в свой портфель, как глобально, так и тем, кто инвестирует исключительно в России. Забирайте. Полезная, ценная информация, очень нужная для того, чтобы в эти непростые времена формировать сбалансированный инвестиционный портфель. Сегодня у меня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи, пока-пока.